А, привет. Первый приехал футболист. Первый приехал. Первый капитан. Точно? О, привет, привет. Как там? Нормально. Всем добрый день. Кроме штанга. Сейчас, да. В следующий раз повезет. Да, в Да. Я тоже вчера так же, как ты. Чемодан. Чемоданчик. Такси не пускают. Здрасте. Ты прикрывал. Нормально. Вернулся опять. Поработали. Тут не было. Вчера, конечно, обидное положение было. Но казалось, что не могли уж собирать такой результат, да? Ну да, первый тайм был равный, я считаю. И как-то у нас два момента было 100%. А второй тайм, да, Зенит доминировал и сделал замены. Я считаю, и замены их сработали. Быстро перестраиваешься с клубного футбола на сборную? Ну да, сегодня есть денек перестроиться. С три игры Кипр, Хорватия и Мальта. Надо готовиться к ним, три важные игры. Будем готовиться, набирать форму. Какими чувствами возвращаешься в Новогорск? Ну и честно, как будто не уезжал. Так, все отлично. Отлично, хорошо. Мотор где отпишем? Кадр, да, ушел? Во! О, огонь! Хорошо. Спасибо. Ну, вот сейчас снимем. Вспышкой, па. Вспышкой, что ли? Да, вспышкой. Чуть на полшага ближе вот, друг к другу. Надо ближе. Да. Как тебе жеребьевка Зенита? Ну как, да не, ну хорошая группа на самом деле. Челси, Ювентус. Естественно, я думаю, Челси фаворит. Ну вот, но интересно сыграть, естественно, против таких топовых клубов. С кем тут была мечта сыграть из этих команд? Я так просто симпатизирую Челси, поэтому, естественно, так приятно сыграть, тем более в Англии, хорошая атмосфера. Пока еще не все пришли. Последний раз я с Саутгемптоном, по-моему, играл, вот поэтому, естественно, очень приятно там играть. Я говорю, Томас Шелби. Четко есть? Дайте еще. Все? Делать. Так особо не мучить их. Нет. Молодой. Да, давайте. 5, 6, 7 и раз, два, три, четыре. Так, вот тут кто-то ложал. Лагает, я знаю, это левый фланг все время. Может быть, не спорю. Мотор. Да, да. 5, 6, 7 и раз, два, три, четыре, 5, 6. Началось. Чуть-чуть спешил. Частицы. Софья, как тебе жеребьевка вдруг? Как там холодно? Нормально. Жеребьевка интересно. В деревне с нами. Как думаешь? Тяжелая. Фаворит. Фаворит.
Ну, я думаю, Лестер будет фаворит. Там Шпахи надо. Да, ну, вот на МРТ приехал. Интересно будет сыграть в Англии? Конечно, конечно, команды очень... Хотя, не, Наполи тоже. Честно, они две команды, которые, я думаю, такие самые фавориты этого турнира. Но мы постараемся дать бой, так сказать. Будет непросто. Все. А кто там сейчас будет? Ага, вниз. Поехали. Намок? А, медленно, да? Сейчас сейчас глянем. Саш, глянь. Да, поэт чуть-чуть. Плавнее опусти мне. Давай. Покатили. Будет отмазать? Просто я круто стою. Почему я там оказываюсь? Брат, на тебе самый лучший этот идет. Пальто. Да, мы все действуем. Королева наша. Томас Шелби. А кожаные барсетки идут? Идем на массаж, окей? Группа, которого есть массаж на 7 часов. Пока. Идем.